Добрый день еще раз, уважаемые друзья. С вами Александр Калинин, 10 сентября. Значит, вы слышите прилеты. Загрузили в багажник средства личной гигиены, продукты питания, памперсы. То, что мы говорили, нижнее белье для женщин. Значит, здесь тоже нижнее белье, снизу продукты питания, средства интимной гигиены. Соответственно, это все мы сейчас раздадим. И самое главное, будем проводить разъяснительную работу по миграционному законодательству, по получению гражданства Российской Федерации, в исполнении указов президента. Я говорил это в предыдущем эфире. В исполнении указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы знаете, тяжелая ситуация, но не оставайтесь в стороне. Помогайте жителям Донбасса. Мы будем выставлять информацию, как только будет связь, как вернемся с линии соприкосновения. Сразу выйду с вами на связь для того, чтобы проинформировать о проделанной работе. Друзья мои, всегда с вами Александр Калинин. До связи.